На базе молодежного спортклуба военно-патриотической направленности «Калибри» проводятся бесплатные курсы для добровольцев, готовых отправиться в зону проведения специальной военной операции. Здесь они могут пройти азы начальной военной подготовки, обучиться тактике ведения боевых действий и военной медицине. О том, как можно пройти курсы, узнавал Алихан Липшиков. Эти курсы позволят тем, кто собирается отправиться в зону СВО, получить необходимые навыки начальной военной подготовки и абсолютно бесплатно. Руководитель спортклуба «Калибри», представитель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Марк Кириенко рассказал участникам о тактике ведения боевых действий. Здесь, на специальном учебном пейнтбольном полигоне, отрабатывают на практике то, как нужно себя вести при огневом контакте с противником, и другие стратегические навыки. На сегодняшний день у нас два курса. Однодневный курс – это просто медицина, ну так называемая тактическая медицина, да, оказание самопомощи и помощи пострадавшему. И сейчас мы организовали еще трехдневный. То есть это более углубленный курс, предназначенный для того, чтобы люди не только прослушали лекцию, да, что как, а именно попробовали на себе. То есть, ну, я всегда говорю, что процент выживания вашего в экстремальных ситуациях равен проценту ваших навыков. На занятия ходят не только те, кто собирается отправиться в зону специальной военной операции, но и школьники. Эти навыки необходимы каждому, и поэтому важно не просто про это читать в учебниках, но и самим научиться азам начальной военной подготовки, говорят участники курсов. Чтобы получить определенный опыт, знания, как-никак 18 лет в армию пойти полезно будет все-таки. Все свои навыки я приобретал непосредственно здесь, на этом полигоне, которые касаются именно тактических. Почему я здесь нахожусь? Мне не хватает навыков медицины. Именно медицины, оказания первой помощи. К сожалению, я ими не владею. И на данный момент у меня цель такими навыками обзавестись. Видел видео, много обучающих, но видеть это одно, а пробовать это совсем другое. Самая необходимая часть курсов – это владение навыками военной медицины. Это немаловажно в условиях, когда может понадобиться помощь раненым на передовой боевым товарищам или же самому себе. На этих занятиях каждый может получить бесценные знания. Дальше уже будут накладываться именно СМРТ. Таким образом, мы его растягиваем, потому что сейчас накладываем без растяжения, но подразумевается, что сильно растягивается. Накладывайте как можно выше плечевому и подмышечному. И делается натянутый оборот, и делается перекрест для того, чтобы конец вам не нужно было держать, а могли помогать себе рукой. Организаторы данных курсов уверены, что здесь ребята получат необходимые навыки, которые окажут помощь при попадании в чрезвычайную ситуацию. Алихан Ипшоков, Ольга Савенко, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.